Проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» открывает новый экспериментальный сезон. Проект объединяет неравнодушных людей, стремящихся сохранить древние святыни православия и памятники деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской и других областях севера России. До сих пор на русском севере можно встретить удивительные по красоте деревянные храмы и часовни, построенные несколько веков назад. В годы советской власти огромное число храмов было сожжено, раскатано по бревнам, отдано под клубы и склады, оставалось в запустении. Первая экспедиция 2023 года состоится уже со 2 по 7 января 2023 года. Команде предстоит обследовать 2 объекта культурного наследия в Лузском районе Кировской области. Часовня святителя Николая Чудотворца в деревне Варжа и часовня Прокопия Устюжского в деревне Гавриловской. Записаться в экспедицию можно на сайте проекта «Общее дело».